Это оружие дало украинского производства, дало, трофейное дало. Приветствую, Рамзан Ахмад. Приветствую, да. Вы что тут занимаетесь, да? Беспределом здесь, да? Чем занимаетесь? Рамзан Ахмад, мы тут, да, беспредельничаем, защищаем чеченский народ. Понимаю, что у вас сейчас такое количество добровольцев, которые хотят отправиться и разобраться с шайтанами, да, которые мучают мирных жителей Украины, а заодно найти шайтанов...